Вчера в Днепропетровском театре имени Горького состоялся очередной концерт Центра православной культуры «Лествица». Место встречи – остров классики. Это был вечер фортепианной музыки, первый тематический концерт в этом жанре. Любители классики услышали концерт номер 2 для фортепиано с оркестром «Сенсана» в исполнении юного украинского виртуоза, 14-летнего Никиты Бурзаницы. А третий концерт Рахманинова прозвучал в исполнении признанного мастера фортепиано, лауреата международных конкурсов Алексея Гринюка. И, конечно же, любителей серьезной музыки своим исполнительным мастерством порадовал академический симфонический оркестр Днепропетровской филармонии. Напомним, что «Остров классики» проходит в Днепропетровске уже 6-й год подряд.